Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины, скульптуры и описание к ним по книге «Великие музеи мира» Цукиока Йоситоси. Демон Амацу убивает Широсабура в реке. 1885 год. Цветная гравюра 39/53. Японский художник Цукиока Йоситоси, настоящее имя Юнадзира Авария, последний великий мастер укиё-э. Его творческое наследие очень велико, оно насчитывает около 10 тысяч гравюр. В детстве художник имел несколько имен. Это вызвано тем, что рано осиротев, он несколько раз был усыновлен и принят ученики в крупными мастерами, в результате чего по сложившейся традиции брал новое имя. Йоситоси пережил разные жизненные периоды, ужасающую нищету и сравнительное благополучие, но все же умер в бедности и полном одиночестве. После смерти его творчество получило мировое признание, и теперь общепризнано, что он являлся крупнейшим мастером гравюры своего времени. Первую гравюру Йоситоси издал в 14 лет. Этот триптих посвящался морскому сражению при Данаура, случившемуся в 1185 году. Художник попробовал себя в нескольких наиболее характерных для укиё-э темах. Рисовал красавиц, актеров театра кабуки, эротическую графику сюнга, но большее внимание уделял кровавым изображениям, военным битвам, смерти в бою, харакири. В 1866 году он подготовил серию гравюр «Коллекция садизма и крови» и «Искусство смерти». Для последней не только создал рисунки, но и вырезал доски для печати. Данная гравюра входит в серию «Новая выборка восточных парчевых картин». Здесь Цукиоки Йоситоси выступил как художник. Доски подготовил другой мастер – Хорикё Инадзю. Судя по названию серии, эти работы должны были стать основой для украшения текстильных изделий. Но вот такое описание к работе Цукиоки Йоситоси «Демон Амацу убивает Широсабура в реке» я нашел в книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.